Здравствуйте, Сергей, Александр, Таганка, Айкейзес. Сегодня мы хотим вам рассказать про замечательные часы Aim Watch. Эти часы уже довольно давно продаются. Вот, есть версии, это вот, наверное, самая недорогая, порядка 20 тысяч рублей, да? Да, есть, по-моему, чуть дороже. Есть около 10 тысяч евро, то есть там с золотым корпусом, с каменьями драгоценными и так далее. В общем, в чем ценность? Это, по сути, даже не часы, это прибор, назовем его так. Способный делать самые разные вещи. Вот нам сейчас Сергей расскажет, что и как. Корпус из алюминия, то есть здесь вот есть разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры. Тоже алюминиевые детали, каучук. Часы массивные, прикольно смотрятся на руке. Ну, покупают, у меня вот много знакомых. Made in Italy. Да, сделан в Италии. То есть на момент появления писали все, наверное, издания, относящиеся к технике, к моде и так далее. А, линейка интересная, там можете посмотреть на официальном сайте. Ну, я не знаю, подготовлю обзор или нет. Пока посмотрим. Вот как выглядит упаковка оригинальная. Часы с белым браслетом, соответственно. Ну, белый браслет, но все остальное не отличается. Так, как смотрится на руке, сейчас Сергей вот нам продемонстрирует. Потом расскажет про функции. Ремешок тут удобный, широкий. Ремешок удобный. iPod Nano, 6-го поколения напоминает. Да, очень напоминает. Да. То есть такие вот массивные, подержи руку. Ага. Так вот. Оттуда идея взяла бы, да. Да, они могут, соответственно, показывать часы здесь, отображать, то есть как iPod. Сейчас Сергей покажет нам, как это все. Наверное, покажет. Не покажет. Тут. Там внизу самые не были. Модель. Не сами. Кстати, эта модель, да, вот часы, вот так вот они выглядят. Время работы у них, ну, зависит сильно от того, как вы будете использовать. Ну, а теперь давай, Серега, рассказывай нам про функции. Для этого, наверное, лучше все-таки часы тебе снять. Прости, что приходится тебя. Так. Ну, в общем, вот, они подключены по Bluetooth. Работает совместно с iPhone, подключается через Bluetooth, как обычно. Чтобы дать часам выход в сеть, выход в интернет, нужно будет еще включить модем на вашем iPhone. А часы умеют уходить в интернет, да? Часы, да, часы летают в интернет, то есть для работы всех приложений, которые есть на часах, в принципе, нужен интернет. Ну, часы у нас... Вот. Вот, появляется, есть куча виджетов. В принципе, на часах установлена своя операционная система. Android. Android, да. Срезанный. Часы полностью работают с телефонов. С часов можно звонить, на них приходят сообщения. То есть можно посмотреть. Давай отправляйте что-нибудь. Вот, пропущенные звонки. Можно даже отсюда набирать. Можно номера. Даже отсюда набирать номера. Вот, можем позвонить прямо с часов. Подожди, дайте сообщение отправлю. Нет, я тебе звоню. А. Вот, все. Это мы сейчас звоним с часов. Здесь уже идет выбор, с чего мы будем разговаривать. Пошло, да? Порубай. Да, все есть. Пришли смс-ку. Давай. Сообщение, то есть это не как Cuckoo Watch, где вам приходит просто уведомление, что у вас пропущено сообщение. Сюда реально приходит сообщение на сам телефон, который можно почитать. Меню очень простое. Тут вот есть кнопка, можно, соответственно, перемещаться. По-моему, пришла. Нет еще. А вот сверху там индикатор. Там пропущенное. Она покажет прям сообщение полностью. Пропущенное сообщение горит, если у вас было. Пришло сообщение на телефон. Пришло, но на часы. Не опускаю вниз, как Android. Вот, и можно почитать. Все. Здесь все сообщения идут. Часы рулят. Часы рулят. А давай запустим какой-нибудь Twitter или еще что-нибудь. Как это выглядит? Twitter, еще что-нибудь. Или Instagram. Есть тут Инстаграм или нет? Тут очень много всяких виджетов, то есть Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, все есть, погода, даже фоточки можно смотреть, музыку слушать, даже напрямую можно, опять же, через интернет слушать. Там подписка стоит 10 долларов. Подписка 10 евро на ход. 10 евро, да. Да, Инстаграм есть, контакты, то есть контакты синхронизируются с телефоном, и все ваши контакты, которые есть в вашем телефоне, они отображаются на часах. Можно звонить прямо отсюда. Позвони. Слабо? С часов. Или уже ничего не сделаешь? Почему? Нет, пожалуйста, выбираешь. Ничего себе. И звонишь. Технология. Все. Отбой. То есть полноценное управление
вашими контактами. Там есть? Твиттер есть, Твиттер, сейчас посмотрим, синхронизировался. Все синхронизируется через сайт. То есть часы настраиваются изначально через официальный сайт. Вот, там активируются все виджеты, привязываются на этом сайте виджеты к вашим учетным записям, Twitter, Instagram, Facebook, и потом они будут работать, то есть читать уведомления, все будут приходить именно сюда на часы. Можно смотреть напрямую на часах. Новости, виджеты погоды есть, сообщения приходят, пишется все. Давайте попробуем, конечно, Twitter зайти. Активировался он. M-tweet. Не сконфигурировано, ну, то есть, ну, то есть не доконфигурировано до конца, сайт. Да, на официальном сайте это все есть, там, в принципе, понятно, ничего сложного, ввести свой логин, пароль. И вперед. И все вперед. Facebook, ну-ка. Facebook. Да нет, не добавил, Facebook, наверное, еще ничего не добавил. Окей. Пока пусто. То есть, да, все работает напрямую с этих часов, очень удобно. С часами можно взаимодействовать. Не только уведомления, а именно прямой контакт. В общем, дорогие друзья, ладно, мы не будем останавливаться на всех функциях. Я думаю, это лучше в обзоре рассказать когда-нибудь потом. А самое главное, что за 20 тысяч рублей вы получаете такие вот, ну, с одной стороны часы, с другой стороны гаджет. Итальянский. Вот. У многих знакомых есть такое устройство. Экран, кстати, хорошо себя ведет на солнце. Вот, ну и интересный дизайн. Если можно любите, наушники подключить. Да, если любите такие игрушки, то не проходите мимо. Вот, напомню, что эта модель стоит 20 тысяч рублей, да, 20. А, официально, соответственно, они поставляются в Россию, то есть есть поставщик, все там, гарантии и прочее. Если что, можно будет заменить ремешок, ну, хотя, я не знаю, он здесь такого толстого очень силикона и сделан качественно. То есть в плане... Да, в плане дизайна и в плане функциональности это крайне любопытное устройство iMWatch. Ребята, вам спасибо большое. Друг для вашего iPhone. А он с Android может работать? С Android, с iPhone без проблем. Без разницы. Без проблем. Ну, отлично, все. Ему даже приложение на телефоне нужно, работать только через Bluetooth. Отлично. Все, спасибо тогда. Пока.